Друзья, всем привет еще раз. Собираюсь на рыбалку, на спиннинг побросать. Вот, это будет моя вторая рыбалка на спиннинг. Ездил я позавчера, вчера прошел, сегодня начался дождь, вчера погода такая была к дождю. То есть погода поменялась, не знаю, как будет сегодня. Вот, ну, брали окушки позавчера у меня, вы это знаете. Я взял окушков, вот, поэтому сегодня сейчас вот собираюсь. И поеду, попробую побросать. Погодка примерно следующая. Есть тучки. Немножко подпаривает. Вот, ну, тучки заходят. Может и дождик спуститься небольшой. То есть такая вот погодка может быть. Может дождь быть, а может и не быть. Непонятная погода. Вот, поеду на мотоке. На мотоке. Не на квадрике. Так как там узкая тропа лесная, поэтому я на мотоке справлюсь там быстрее. Вот. Вот я приехал на рыбалку. Здесь буду в этом заливе облавливать. Здесь тогда поймал окуньков. Вот. И буду сейчас здесь же начинать. Побросаю с полчасика. И если что-то нет, то перейду, значит, в другое место. Итак, народ, пока я тут собирал снасть, моя он взяла окушка на вертушку. Смотрите, какой хороший окушок. Перешли в другой залив, правда? Вот. Окушочек есть, умничка. Вот. Мы слышим, собака уже зовет моя. Хочет окуня, да. Поэтому вот это все, что я поймал. Моток грязный, он стоит на улице, сейчас его пойду мыть. В общем, поймал на ту самую, вернее, не я поймал, моя поймала девушка на ту же самую блесну, на которую я ловил в предыдущем видео. Вот так вот. То есть такой сегодня день.